22 июня главы МИД членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России еще на полгода до 31 января 2016 года. При этом новых мер придумано не было, речь идет лишь о существующем пакете. Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать давление на Евросоюз и требуют введения расширенных мер. Тем не менее, пока речь идет о том, что возможно лишь расширение списка лиц, которым будет запрещен въезд в Евросоюз. Дальнейшее расширение санкций на текущий момент маловероятно, поскольку Россия будет отвечать зеркальными мерами, и ни к чему хорошему такая война с санкциями, конечно же, не приведет. Стоит отметить, что российский фондовый рынок фактически не среагировал на эти новости. Фондовые индексы продолжают расти, укрепляется российский рубль против доллара и евро.